Здорово, дорогие зрители! Сегодня я начинаю репортаж у Макдака, потому что затаривался едой всем самым вредным гамбургерами, газировкой, там, дошираками, всем самым вредным, короче, в дорогу затарился. Сейчас еду в Калининград. Меня здесь ма провожает, братан провожает, короче. Он грустный, не хочет, чтобы ты уезжал. Все меня провожают на вокзал, они идти не хотят, потому что у них сумка полная. Поэтому в поезд я садиться буду уже без них. Мой поезд прибывает на первый путь, у меня 8-й плацкартный вагон. На вокзале какая-то проверка прям усиленная. Столько вопросов задали, больше, чем на границе. Типа, куда, зачем еду, а зачем вообще путешествую, а что я там буду делать в Калининграде, на сколько дней еду, есть ли регистрация, все проверили по полной прям. Вот у нас тут поезд стоит, который этот выставочный, видел там внутри что-то такое интересное все. Всякие там достижения современные. Прибывает мой поезд. 360-й Адлер Калининград. Я на нем уже ездил, но только до Смоленска, как вы помните. А сейчас я уже доеду до конца, прямо до Калининграда. Мое 31 место. Обычный плацкартный вагон не такой новый, как тот, в котором мы еще ехали в Краснодар в предпоследнем выпуске. И не очень-то старый, потому что табло имеется, наверное, и биотуалет есть. Окно попалось какое-то запотевшее. Покажу билеты до Калининграда, они немного необычные. Так они выглядят, еще страховочка. Еще разрешение от Литовской Республики на транзит. Еще сказали, анкету нужно будет заполнить. И по нему еще выдается дополнительно, называется УПДЖД, по которому, собственно, и производится транзит через Литву. Я тут расположился, вагон какой-то полупустой вообще. Я смотрел на сайте РЖД, так оно и будет почти до конца прям. Ну еще вот на это место придут люди. Но это где-то ближе к Смоленску уже. Место у меня 31-е. Тут, кстати, розеточка есть. Покруче, чем в иных купе. Проехали ЛО. Я еду в Калининград. И это вторая поездочка в истории канала, деньги на которую собрали вы, дорогие зрители. За что я вам благодарствую. Собирали, конечно, на Владивосток, но потом всеобщим голосованием решили перенести эти деньги на Калининград. Потому что на Владивосток все равно не собрать, а на Калининград уже суммы хватало. Поэтому я сейчас, собственно, и еду туда. Рубрика «Вечерний перекус». Перекусывать я, конечно, буду всем самым вредным, всем, что вы там писали в комментах, чтоб я это не ел. Но мне это нравится, и я этим и буду питаться в дороге. Это гамбургеры, от которых у меня уже шайба в телевизор не влезает. Спрайт, естественно. Ну, морс тут еще нормальный, не вредный. Но его я завтра буду. А еще у меня там и чипсы, и что-то типа доширака. Ну, короче, полный набор. В поездочках всегда так питаюсь. Эти макдаковские бургеры в дороге хороши тем, что они долго не портятся. Вот я помню, как в Черногорию ехал 3 ночи, на 3-е утро просыпаюсь, там беру этот бургер. Он вообще там чуть-чуть подсох, но так он как свежий прям. Ложиться, свет в вагоне притушили, все уже стелятся. Первый вечер путешествия можно считать законченным. Вот и утро наступило, сейчас время где-то 8 утра, мы все еще в Краснодарском крае. Скоро будет Ростовская область, и в 10 утра сам Ростов, вернее станция Первомайская. В окно совершенно ничего не видать, вот только такая вот полосочка есть, чистенькая. Вы посмотрите в то окно. На завтрак у меня сегодня тоже, что и вчера, было на ужин. И, возможно, это станет еще и моим обедом. Thank you.
Мы уже подъезжаем к Ростову, сейчас будет станция Первомайская. Прогулку. В основном на этой станции товарники стоят, а поезда дальнего следования-то все на главном останавливаются, но некоторые здесь. Вот это 360-й поезд. Вообще здесь еще на электричке проезжал, когда в Таганрог ехал. Вот оно, само здание вокзала. Его так с поезда-то и не видно. Стоянка полчаса, вот я решил подняться, поснимать окрестности свысока. Здесь-то я еще не смотрел сверху. Вот там где-то мой вагон, в той части поезда. Вот меня здесь узнали. Там, где я смотрю тебя постоянно. Здесь в Ростове живете, да? Нет, мы сами с Урала, Верхняя Салдан. Вот, а здесь проезд... Отдыхали в Туапсе, сейчас да, едем, сейчас брата встретим. Микрофон большой, а вас вот так вот тесно встретили здесь. Бывает такое, бывает. Значит, ты в Калининград, да? Ты уже лето отработал, да? Да, я лето отработал уже, и даже в Турции побывал. Тут и что? Так, такие совпадения бывают, и на теплоходе мне мои зрители попадались, и даже здесь не зря на мост поднялся. Подписчики растут, растут. Количество. Вот так вот бывает, уже не первый, не второй раз поднялся с моста поснимать и подписчиков встретил. Они еще так удивились прям. А я уже не очень удивляюсь таким случаем. Потому что такие случаи происходят все чаще. Вы скажите, как вам доехать с жильем? Ну, хорошо, все, спасибо, мы едем уже. Будьте. Ну, хорошо, спасибо, до свидания. Сейчас покажу вам, что в конце вагона находится. Вот здесь на двери написано «Янтарь», видимо, вагон от фирменного поезда «Янтарь», Москва-Калининград. Розеточка, зеркало для селфи, мусорка. Тут вот еще одна мусорка, их тут две. Одна большая, другая поменьше. Туалеты в этом вагоне био, а то меня подписчики пугали, что в Литве закроют туалеты и не выпустят. Говорили, что и в город там не выпустят, и в туалет не пустят вообще. Двери здесь такая картинка красивая, Кёнигсберг, чтобы понятно было, куда идет поезд. Всякая реклама от РЖД. Мы сейчас проходим какую-то станцию, не знаю какую даже. Я себе заранее распечатал расписание, чтобы знать, где можно погулять, где нельзя. Всего 60 часов пути получается поезд мой. Ну и обратно потом столько же.
Проехали Миллерово. Сейчас будет станция Чертково, после которой поезд несколько километров проедет по территории Украины. Мне уже писали, что вроде как построили уже новую ветку в обход этого участка. Но этот поезд едет по-прежнему, ну как и большинство поездов. Отправляемся из Чертково. Северокавказская железная дорога заканчивается. Дальше начинается юго-восточная. Просто сейчас будет через 2 часа. Области. Сегодня-то я вообще снимал мало, потому что по этому пути ездил уже раз 20. А завтра уже будет поинтереснее. Завтра уже будет там и Смоленск, и Минск. Все такие города, которые я посещаю редко. По этому пути, как сегодня, я ездил уже не помню сколько раз и в Питер, и в Москву, и в другие города постоянно этим путем. А из крупных станций у нас сегодня будет еще Россош и Воронеж. Время 4:20 утра. Я вчера уснул где-то в районе Россоши, ну где-то в 6 или 7, ну я не помню во сколько вечера, но короче после Россоши там уже темно было. А проснулся вот незадолго до Курска, решил выйти погулять.
третий день моей поездочки. Сегодня 18 октября, уже среда. И мы где-то в Брянской области. Розеточка, как оказалось, работает. Я вчера проверял, когда мы стояли, не работала. Она, получается, работает, когда мы едем. А сейчас включил, вот телефон заряжается. Сегодня у меня уже в дело пошли пич-пакеты, но не доширак, как обычно. Вот такой пиг-ланч, он побольше, кажется. Даже куриный. Тут внутри что-то еще такое есть. Вот такой пакет есть большой. Дошираки-то такого нету. Ну еще маленьких два, как дошираки. Сейчас будем пробовать. Вообще это взял, потому что доширака не было обычного. Потому что закупался перед поездкой где-то за 5 минут. До того, как отправился. Поэтому весь этот пакет был куплен за 5 минут. До того, как я зашел на вокзал. Заранее ты никогда не готовлюсь. А в поезде тут с вагона ресторана носят и на завтрак, на обед и на ужин блины. Что вчера, что сегодня. Я их еще не пробовал. Первые два пакетика как дошираки были. А третий вот этот чем-то похожим на кошачью еду. У нас барсик такое ест. Посмотрим, что сейчас получится. День сегодня будет интересный, потому что едем не по обычному маршруту, как я обычно наматываю. От Сочи до Москвы, от Сочи до Питера, да, обратно. А будет сегодня у нас и Брянск, и Смоленск. А потом мы поедем даже по Белоруссии ночью, по Литве. Как вы помните, когда я ездил на этом 360-м поезде, в прошлый раз я доехал только до Смоленска, а дальше я уже ехал на электричке до Минска. Лайфхак, кстати, тем, кто хочет, например, доехать на этом поезде до Минска или до Вильнюса, дешевле брать до Калининграда и выходить там, где вам надо. Проехали станцию Навля, следующая станция уже Брянск, там долгая стоянка, там можно погулять. Сейчас будем нечто наше пробовать, что тут у нас получилось. Канал Юр ТВ, смотри и путешествуй. Даже этого самого мяса-то и не видно. Попалось только где-то, не знаю, 4 или 5 кусочков мяса. Такого вообще маленького, коту больше кладут. Но оно вкусненькое, вкуснее, чем в дошираке. Как всегда, у меня не только доширак химический есть, но и тортик нормальный, которым я всегда заедаю. Стоянка тут не помню сколько, то есть точно с расписанием куда-то ночью делся. Помню, что стоянка долгая, можно погулять.
Когда высокое давление, то это тоже чуть-чуть маловато считается. Вот если я так сказал, то это чуть-чуть маловато. Мы не видим, как это все сходит. На самом деле, можно посчитать. Будет уже 77. Еще 25 градусов. У меня даже это очень много. Доехал до Брянска, погодка тут у нас моросящая. В прошлый раз, как вы помните, я тут был, я и туда и в город ходил, и с того моста снимал. Но сейчас не пойду, сейчас как-то неохота, я тем более в тапочках. Вот вагон мой, народ здесь опять садится. Сейчас опять боковушку займут, опять будет неудобно снимать. Локомотив здесь меняют. На этом вокзале едой приторговывают, так же как в Россоши. Можно что-нибудь купить, поесть, если у вас ничего с собой нет. Но у меня есть еще полный пакет. Все, локомотив нам поменяли за 20 минут до отправления. Сейчас поедем дальше. Поезд кишиневский. Его из-за другого поезда не было видно. Яркая.
Жили так бы чуть-чуть легче. Отказаться от всего, что ты любишь. Да. Все.
вот только я безумно люблю такие депрессии. Все должно быть сладко, так что ожогутка. Я безумно люблю петличку и мясо. Ой, ну, знаете, какие депрессии были, я поливание не могу. Ну, вот это в августе, с августа до Нового года. После Смоленска надо будет еще анкету заполнить, чтобы через Литву пропустили. Билеты я уже показывал. Тут на примере обратного билета. Вот сам билет. Еще контрольный купон и страховочка. Сначала я купил сами билеты, потом мне сказали подойти через 2 дня, получить вот такое вот разрешение на транзит. Я подошел через 2 дня мой заказ там не нашли. Сказали подойти еще через 2 дня. Ну, я подошел еще через 3 дня, получил разрешение. Как вы помните, год назад я доехал до Смоленска, потом сел на электричку, доехал до Краснова, там пересел на дизель поезд и доехал до Орши. А сейчас мы прямо на этом поезде до Минска доедем, уже сегодня вечером в Минске будем, а завтра в Калининграде с утра. Сейчас все как год назад, никакой проверки документов не было. Хотя я по телеку смотрел, что там вроде как ввели какой-то погранконтроль с российской стороны. Где-то через 1,5 часа мы уже будем в Беларуси, там можно будет погулять в Орше, и можно будет погулять в Минске. И возможно и там меня даже встретят зрители. А дальше уже начнутся проверки, там уже погулять нельзя будет. Даже в Вильнюсе не выпустят. Даже выглянуть так не выпустят, можно там будет, наверное, из окна. И то есть тут что-то видно будет, потому что окно такое запотевшее. И в РТВ смотри, путешествуй. Короче, сейчас самая интересная часть маршрута начнется. Заграничная, так сказать. Правда, эта часть маршрута проходит, можно сказать, ночью, когда уже ничего видно не будет. Этот путь я проезжал на электричке летом того года. Такую анкету принесли заполнять. Она даже на русском. Я думал, какая-нибудь будет на иностранном. Я даже китайскую заполнял, так что мне никакие анкеты не страшны. Все, заполнил анкету. В этой анкете, в отличие от других стран, еще спрашивают имя матери. Обычно его нигде не спрашивают. И еще адрес родителей и телефон родителей. Обычно, сколько я заполнял, там даже отчество не спрашивается. А тут и отчество, и имя матери. Проехали ту самую станцию Красное, после которой Беларусь начинается. Не успела мы ее заснять. Уже Беларусь, да? Да, Беларусь сейчас будет. Сейчас это будет видно даже по названиям станции. Там названия будут на белорусском, и станции сами будут другого цвета уже. Это уже Беларусь.
Я думаю, до того, что доедем, уже совсем стемнеет. Сейчас еду, за окном все станции знакомые узнаю. Потому что, ну, тогда-то я ехал на дизель-поезде, там окно открывалось, все нормально, солнечная погода, так все красиво снимал. Ну, а сейчас вижу только очертания этих станций, но все равно узнаю. Помню, что здесь проезжал, тогда еще на каждой станции-то останавливался. Все, снова в Орше, как и год назад. Орше – это первый город Беларуси, в котором я побывал, который я посмотрел. Я снова здесь. Вон там дизеля стоят. Я на таких катался и не раз. ЮрТВ, смотри, путешествую в Орше. Скоро Минск будет, через 3 часа. Вокзал-то, кстати, уже подшаманили. Строительные леса были в прошлый раз. Сейчас уже все нормально. Подремонтировали. Тут также можно купить, покушать, драники продают. Но у меня пока еда есть, а на обратном пути, может, прикуплю, попробую, вспомню вкус Белоруссии. План с собой. На улице окончательно стемнело, но как будет Минск, я вам что-нибудь там поснимаю. Там все светится, там видно еще будет что-то. Вечернее заваривание бигланча, который типа доширака. Через час будет Минск. Thank you.
Доехал до Минска, это последний город, где я погуляю. В следующий раз, когда я выйду из поезда, это уже будет в Калининграде. В Литве уже не выпустят. Сейчас начнутся всякие проверки пограничные, когда едем до границы. 47. Номеры вагонов начинаются с хвоста поезда. Скорый поезд международных линий немедленно сообщите о случившихся сотрудникам транспортной милиции и помните, что своевременное обращение способствует быстрому задержанию злоумышленника. Давай, гляди, подорожничай. Вот. Локомотив нам поменяли, можно ехать. Сейчас вот в ту сторону поедем. По переходным настилам, пешеходным мостам, тоннельным переходам. Не подлезайте под вагон стоящего поезда. Не ходите по железнодорожным путям на перегонах и станциях. Не прибегайте к усилию. Кутки поезд международных линий номер 8. Брест. Москва. Отправится проспект Хмелевский. С шестого пути. Открытие платформы. В Минске прогулялись. Теперь можно и отдыхать, пока погранцы по нашу душу не придут.
Сейчас прошла консул по вагону, проверила у всех визы, выдала такие вот упрощенные проездные документы. У нее там уже есть список всех, кто едет там по упрощенным, всех, кто с визами. Она просто проходит, уже выдает. Прибываем в Вильнюс. Но мое окно в Европу. Сейчас прошли и белорусскую, и литовскую границу, все без проблем. Везде нормально пропустили. Выездной литовский, выездной российский погранконтроль. Я снова в России. Литовцы, кстати, штампы в паспорт не ставят, они ставят их прямо вот на эту бумажку с обратной стороны. А в Беларуси и в России поставили прямо в паспорт. Поэтому у меня там только российские и белорусские штампы добавились. Через 2 часа будет Калининград, а пока будем проезжать Нестеро, Гусев, Черняховск, Гвардейск. Там везде короткие остановки будут. Прибыли в Гвардейск, до Калининграда где-то полчаса ехать осталось. Начало светать, а до этого все темно было, ничего не видно.
идет уже последний 60-й час моего пути до Калининграда. Уже подъезжаем, 5 или 10 Автономная, да? Как раз. Сейчас вот сюда у нас так свой. Они маленькие,
Сергей, добрался до Калининграда. Сейчас поеду заселяться, вопросы решать, куда поеду, в какой день, организационные всякие моменты, там с людьми договариваться, чтобы меня встретили, показали город, потому что плана поездки пока у меня нет. Первый день я просто заселюсь, ну и отдохну, конечно, потому что в поезде поспать не дали, там постоянные границы, проверки. Вокзал изнутри, главный выход или вход, или два в одном. Сама конструкция такая очень мощная, прям очень добро, так красиво выглядит. Вокзал достаточно красивый. Сейчас оттуда вам сниму его. Электричка уходящая куда-то, пока не знаю куда. И мой поезд. Вокзал оказался немного побольше, чем я его себе представлял. Согласитесь, очень красивый вокзал. Мне прям очень нравится такой стиль. Вот головная часть нашего поезда. А впереди вас ждет прогулочка по Калининграду, поездочки, я думаю, в Балтийск, на Балтийскую косу, в Светлогорск, в Зеленоградск. Пока не знаю, куда заеду, но куда-нибудь дозаеду. И что-нибудь вы обязательно из этого увидите. Может, в янтарный съезжу, посмотрю, как янтарь добывают. Ну, а на этом видео заканчивается. Ставьте лайки, там подписочка с вас, как всегда. До новых встреч! Смотри, путешествуй.